среду и в пятницу 6 и 8 февраля Акимат города Караганды проводит День открытых дверей. Карагандинцы смогут обратиться за консультацией к специалистам по любым интересующим вопросам. 6 февраля горожан ждут в ДК Нового Муйкудука, улица Магнитогорская, 19, холл 2 этажа, с 10 до 16 часов. 8 февраля в торговом доме «Мечта», микрорайон «Гульдер-1», дом 2А, с 10 утра до 16 часов.